Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня такой из полезных видео в плейлисте, где всякие полезности. Я вам решил показать для мужчин в основном байкерский способ повязывания банданы. Такой брутальный. Для женщин с мелкими чертами лица очень тоже пойдет. Мне не пойдет. Я, конечно, звезда, но адекватно воспринимаю. То есть то, что мне не идет, я знаю, что к моим чертам лица подходит, что нет. Но ради вас испорчу свою красоту. Мужчины, вы, пожалуйста, не думайте, что если вы повяжете бандану вот этим способом, то вы сразу станете мужественными, брутальными. Мужественность не в одежде, не в внешнем виде. Да? А в чем? Во внутренней мужской силе и характере. Внешне проявляется только во взгляде, повороте головы. Ну и как заходит. Так вот зайдет человек, и сразу видишь, мужчина зашел. Девочки, на заметку возьмите, чтобы на банданы не вестись. Так, хватит болтать. Берем бандану, складываем ее треугольником. Вообще-то, лучше ее сложить наизнанку. То есть, лицевой стороной складываете треугольничек. Что-то плохо видно, да? Сейчас я поближе подсяду к вам. Вы там не смотрите, у меня субботник 4 дня назад начался. Когда закончится, теперь неизвестно. Вот. Ну и надпись вот, чтобы тут была. Чтобы ее так особо видно не было. Так, все, вот сложили, потянули. Так, чтобы вот вытянуть уголки. Надо убрать волосы назад и за уши, чтобы они не торчали. Так. И завязываем вот так на лоб. Ну, просто прям посередине лба. Завязываем. Накладываем. Так, мне будет не видно, я буду на ощупь. Так, складываем. Заводим назад. Заводим назад. И туго-туго завязываем. Ну так вот, чуть ниже затылка. На затылке можно. Как получится. Здесь не надо миллиметры выверять. Все, завязали узел. Поворачиваюсь. Так. Теперь берем верхний угол. Верхний. Вот этот придерживаем. И расправляем вот так. Все, хвостик назад. Назад. Теперь еще чуть-чуть назад, что нам нужен сейчас только хвостик. Теперь меня видно? Теперь берем вот этот уголок. Еще, сейчас. Так, вот это вот уже над ушами должно быть. Не на уши, вот так. Иначе не закрутите ничего. Берем этот уголок и начинаем туго-туго-туго скручивать его в жгутик. Скручиваем, скручиваем. Я поближе сделаю сейчас. Так. Вот. Крутили. Теперь влево-вправо без разницы. Вот так укладываем его вдоль лба и вдоль края банданы. Вот так краешком вот так прикрыли. И теперь начинаем вокруг него вот так вот уже жгутик на самой бандане закручивать. Новый жгутик. Подтягиваем вот сзади сюда вперед. Он, да, ну, не маленький, но и большой тоже, толстый не надо делать. А то у вас сзади хвостика красивого не останется.
Так. Сейчас. Волосы надо убирать периодически. Это они мешают. Уши, ухи, ухи. Так, натягиваем еще сюда. Что-то мне плевать не хочется. Не знаю, когда я новые видео буду выкладывать. У меня времени вообще нет. И в таком бардаке снимать-то вообще невозможно. Ну, у меня есть, которые сняты. Буду их редактировать. Так, все. Кажется, все. Да. Ну, тут уж сами смотрите. Побольше лоб открыть, поменьше. Вот этот хвостик, смотрите. Надо заправить вот под этот узелок. Так. Затянули. Сейчас. На, видно вам? Нет, не видно. Так, сейчас. Теперь вот эти вот надо, которые торчат уголки, нужно вот так подправить под этот завязанный край. Вот, вот туда прям пальчиком затыкать. Вот. Чтобы ничего не торчало. Чтобы ветер отдувал. Как это аэродинамика машины-то? Как называется? Когда ветер хорошо обдувает форму машины. Такая. Так, что-то я не про то. Болтать уже начала. Так. Ну, красивше вот так расправьте. Ну, сзади-то не видно. А, ну еще узелок вот этот, если пока тут крутили, он мог растянуться. Это я вам снимаю, чтобы вы не соскучились по мне. Для тех, кто соскучился. Кто не соскучился, кому бандана не нужна, ничего не надо. А не, ничего, у меня тоже идет нормально. Ну, мне не надо такой брутальности добавлять. Ну, вообще ничего нравится мне. Вот, смотрите, бандана получается по голове. Аккуратно, да? Вот эти вот тоже, вот, ну, смотрите, чтобы красиво туда вот подправляйте вниз. И завытягиваем вот за этот хвостик. Тогда у вас будет все отлично. Вот, значит, что дает эта бандана? Вот такая, такой способ повязки, кроме красоты и брутальности. Значит, она очень аккуратно, как шапочка, да, не развязывается, туго затянута. И для очков, сейчас, очки, сейчас очки возьму. Взяли, вот, взяла очки, сейчас достанем. Так, значит, едем на байке вот так. У нас не мешает очки надеть, у нас уши свободны, да. Вот так вот мы надели. А когда нам, ну, нужно поднять, и чтобы они не падали на переносицу, мы их вот так вот поднимаем. Вот. И на этот жгутик. Вот. У меня очки такие маленькие. Вот. И они, короче, очки за этот жгутик держатся. Вот. Они как бы вот, вот. И не падают. Может, другие очки взять? Нет. Ладно, вот эти пускай. То есть, если сильно высоко бандану делать, то неудобно с очками. Поэтому где-то вот на середине лба вот мне нормально. Вот. И да? Ну вот, нормально. Да? Сейчас покручусь. И в эту сторону покручусь. Я на своей табуретке из СССР кручусь. Все? Что, я вам все показала? Вот. Так. Байка у меня нету. И даже не мечтала никогда. Значит, чего получается? Вот. А, видела
два парнишки, ну, лет 18. Ой, они, бедолаги, мучились. Они хотели, ну, то есть на голову-то они не знают, как повязывать. Они даже не пытались. Они хотели на эту запястье. Ну, вот, кстати, когда я студенткой была, банданта не было. Ну, я так индийский шарфик завязывала. Ну, все-таки находила. Для того, чтобы на запястье, нужно покупать банданы, маленькие, небольшие. Вот. И вообще их вот один раз надо завязать, чтобы знать, в каком месте он. Вот они, бедные, маялись. Ой. Ну, по-моему, они там сжульничали. Завязали за кадром. Мне неохота зубы брать. Ладно, я не буду. У меня губы накрашены. Потом отстирывай. Поэтому я так не туго. Я не мучилась вот так. Я вот один раз завязала. Сейчас. Все-таки возьму. Так, сейчас мы снимаем. У меня тут самой фенечки. Вот. И потом можно вот так вот просто брать и вот так надевать. Потом вот так расправлять. Вот у меня просто большая, потому что у меня, ну, в смысле, громоздко смотрится, потому что бандан большая. И вот так вот одевать. И больше уже не надо, и узелка не видно. Начинаем наматывать там, где узелок. И у вас не надо вот ничего зубами крутить. Один раз. Ну, это какую-то вот там определенную, да, вот видите. Можно потуже затянуть. Она же по диагонали, она тянется, понимаете? Сложно по диагонали. Еще подтянуть можно. Можно поменьше бандану взять. Ну, ладно, короче, вы принцип поняли. Неохота, мне лень. Вот. То есть я вот так вот узелок, видите? И прям так саму руку. Все, а потом первое это туго-туго надо натянуть, а потом расправить натяжение. Ну, так. Вот. Ну что, полезно было? Не скучайте. Ну, прям я зашибаюсь. Да, если у меня местные подписчики, кто любит субботники, приходите, помогите. Я не справляюсь. Я не люблю беспорядок, но... Короче, все. Давайте. У меня есть видео, как банданы на Алиэкспресс выбирать. То есть в зависимости от задач. Ну, я не знаю, на руку, наверное, можно 20 сантиметров, вот достаточно. Но если у вас кость широкая, ну, тогда побольше, 20 будет мало. Для девочки, может, и пойдет. Ну, в общем, короче, у меня нет 20-сантиметровой, я вам померить не могу. Принцип поняли, все, крепко целую, обнимаю, всем пока. Ну, подписывайтесь на мой канал, все-таки видео-то будут. Меня спросили, будут видео. Ну, пока.